после того, как вы припарковали свой автомобиль, с помощью паркомата можно оплатить то время, которое вы хотите, чтобы ваш автомобиль находился на платной парковке. То есть для этого нужно ввести регистрационный номер автомобиля с помощью буквы на цифровой клавиатуры и код региона. Для ввода номеров иностранных государств нажмите кнопку «Другие номера». После ввода государственного номера вы можете установить время, которое вам необходимо припарковаться. И непосредственно после этого вставляете банковскую карту. А здесь только безналичный платеж, то есть наличные нельзя платить. Дальше процедура такая же, как на банкомате. То есть вы забираете свою карту и через некоторое время сейчас чекаете. Возьмите и сохраните квитанцию.